Сотни миллионов лет назад в этом уголке Сибири извергались вулканы. Со временем магма застыла, а под воздействием солнца, ветра и воды горная порода превратилась в причудливые каменные изваяния. В наше время известные как Красноярские столбы. Сегодня мы преодолеем проложенный у их подножья маршрут, узнаем, что в этих местах значит загнуть подкову, а еще пройдем необычное испытание. Это место примечательно, что говорят, камень, который сейчас появится над нами, он упадет на самого грешного человека. И нужно подойти под наковальню и проверить, упадет он на нас или нет. Здравствуйте, меня зовут Геннадий Крылов. На этот раз наш путь пролегает по просторам Красноярского края. Прежде чем отправиться пешком к заповедным столбам, мы воспользуемся водным транспортом. Попутешествуем по Енисею, а также одному из его притоков. Ждут нас и приключения под землей. Мы заглянем в затерянную пещеру на побережье Красноярского моря. Побываем на плотине первой ГЭС на Енисее и узнаем, для чего ее оснастили гигантским лифтом для барж и сухогрузов. Аналогов в мире нет. Поднимемся на Караульную гору и рассмотрим Красноярск с высоты, увековеченной на 10-рублевой купюре. Пройдем по изгибам реки Каны, остановимся в городе, названном в честь этой водной артерии. Прямо на море, как будто мы где-то посреди океана. Отправимся в путешествие по Бирюсинскому заливу и пройдем под царскими воротами на его берегу. Когда-то это была большая, огромная древняя пещера. Красноярский край – второй по площади регион России после Якутии. С севера на юг он протянулся почти на 3000 километров. Граничит с Хакасией, Тувой, Якутией, Томской, Кемеровской и Иркутской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. На его территории в Ивинкии расположен географический центр России. И мыс Чулюскин – крайняя северная точка материковой части нашей страны, да и всей Азии. Столица региона – Красноярск – один из трех городов-миллионников в Сибири. Путешественники, попадая туда, обращают внимание на рельеф. Там есть и низины, и холмы, и настоящие горы. Четыре с половиной тысячи километров от Калининграда, 3200 от Астрахани и чуть меньше от Владивостока. Это Красноярск, город на берегах Енисея, столица огромного региона, протянувшегося от Ледовитого океана на севере до Саянских гор на юге. Мы находимся на месте основания Красноярского острога. Можно сказать, отсюда разросся уже будущий город Красноярска. Изначально это была небольшая военная крепость. Укрепление возвели в 1628 году недалеко от места, где в Енисей впадает река Кача. В следующем столетии через город проложили Московский тракт, связавший Сибирь с центральными районами страны. А в 1822 Красноярск стал центром новой Енисейской губернии. Изначально же города называли по месту расположения ближайших рек. Например, у нас это была река Кача, и должны были назвать острог Новокачинским. Но именно порода, красная порода камня, глины, они послужили тому, что закрепилось название именно Красного Яра, Красноярского острога. Караульная гора – возвышенность в центре Красноярска. Именно здесь, в 17 столетии, казаки установили сторожевую вышку, чтобы наблюдать за приближением неприятеля. Оценил открывающиеся виды и Василий Суриков. Именно здесь художник работал над своими этюдами. И еще эти места увековечены на денежных знаках. На 10-рублевой купюре можно рассмотреть возвышающуюся на горе часовню. Построили ее в середине 19 века, во времена, когда Красноярск был известен как купеческий центр. Мы с вами прогуливаемся возле купеческого подворья, которое принадлежало семье Кузнецовых. Они известны тем, что были одними из крупными золотопромышленниками и купцами. Застройка города была на левом берегу,
Енисея. И здесь параллельно находились три центральных улицы. Вот как раз улица Воскресенская, и параллельно ей шли улица Благовещенская и Гостинская. Это одно из самых из удивительных и, пожалуй, приятных мест в Красноярске, а может быть даже в Красноярском крае. Это парк флоры и фауны, который называется «Роев ручей». С левого берега Енисея перенеслись на правый. Здесь свои достопримечательности. У нас есть уникальные, удивительные совершенно растения, которые не характерны для сибирской природы. Туи, кипарисы, канадский клен, маньчжурский орех. Изначально это был живой уголок, где ухаживали за животными, которым угрожала гибель в дикой природе. Традиции живы и сегодня. Урсула к нам приехала с поселка Диксон. Белая медведица зашла в поселок и стала обживаться. Возвращаться в тундру уже не планировала. Она гуляла по улицам, она заходила в подъезды домов жилых. Вот. Она гоняла местных жителей, она ночевала под школой. Чтобы сохранить Урсуле жизнь, ее отловили и перевезли в Красноярск. Теперь она один из самых заметных обитателей парка флоры и фауны. У нее есть куча поклонников. Она любит играть, она любит развлекать посетителей. И когда были ковидные ограничения, эта медведица очень скучала по посетителям. И когда ограничения отменили, она прямо вот видно было у медведя счастье на лице написано. Она показывала все, что она умеет. На обоих берегах Енисея мы уже побывали. Теперь отправляемся на самый большой в черте города речной остров. Здесь заготавливали сено, ну еще в середине 20 века. А в наше время, где-то в 10-х, наверное, годах, за нее взялись спортсмены и решили сделать здесь место для бегунов, велосипедистов, триатлонистов. Остров называется Татышев, и здесь расположен одноименный парк. Для Сергея Токарева это место вдохновения. Летом здесь великолепный закат, потому что солнце как раз садится за Покровскую гору, и весь этот берег, мост, стрелка, она на закате хорошо смотрится. Сергей, фотограф, со своей камерой объехал многие российские города. Признается, Красноярск не похож ни на какой другой. И все из-за рельефа. С одной стороны, есть центр, где очень все активно развивается. При этом ты отходишь буквально несколько километров в горы, и ты попадаешь совершенно в другой мир. И у нас это всегда так соединяется. Утром активная жизнь, вечером прогулка на столбы или на Таргашинский хребет, чтобы посмотреть на закат, успокоиться. Современный Красноярский край расположен на территории исторической Енисейской губернии. Название не случайное. Сложно переоценить значение этой водной артерии. Веками по Енисею перевозили грузы, а в советские годы построили гидроэлектростанции, на тот момент самые мощные в мире. А еще на берегах реки много красивых мест, которые удивляют своим разнообразием. По пути от Саян до Северного Ледовитого океана Енисей пересекает все климатические зоны Сибири. Если в верховьях можно встретить верблюдов, то в низовьях – белых медведей. Красноярская ГЭС, первая на Енисее, самая мощная на момент создания в Советском Союзе. Сооружение уникальное. Это единственная гидростанция в стране, оснащенная гигантским судоподъемником. Любая плотина для судов – препятствие непреодолимое, поэтому вместе с ГЭС для их прохода обычно строят систему шлюзов. Но в этом случае река перекрыта бетонной конструкцией в 124 метра, а шлюзы протянулись бы на 40 километров от города энергетиков Дивногорска до краевой столицы. Вместо них советские инженеры создали этот подъемник. Аналогов в мире нет. Продольно-наклонного типа сооружения. Огромный лифт способен поднять на 100-метровую высоту, а потом спустить обратно яхту, сухогруз или баржу.
суда перемещаются, находясь на плаву, говоря по-простому, в гигантском бассейне на колесах. Сейчас внутри 30-метровый теплоход «Чайка». При необходимости поместится и более габаритный речной транспорт. Максимально допустимые размеры перевозимых судов – это 78 метров в длину и 15 метров в ширину. Впечатляет и облик кранов, которые поднимают задвижки для сброса воды. Часто их сравнивают с имперскими шагоходами из «Звездных войн». Еще одна важная деталь. В наши дни, как и до появления ГЭС, Енисей течет по своему обычному руслу. Даже когда возводили плотину, совсем рядом бушевала река. Здесь настолько сложное, тяжелое гранитно-базальтовое основание, что что-то повернуть невероятно сложно. Строилось оно по методу двух котлованов. То есть сначала левобережный котлован строился, вода проходила через правую часть, потом перегораживалась правая часть, и вода проходила через левую. Спускаемся в недра гидростанции. Внутри плотины проложен туннель со смотровой галереей. С одной толщи воды сейчас? Ну, скорее, она не одна, скорее справа, но, в принципе, столб воды давит и сверху. Она дренирует через тело плотины, попадает вот сюда. Енисей течет по своему естественному руслу, но выше плотины стал заметно шире. Эту часть реки называют Красноярским морем. Мы пересаживаемся на плот. Впереди путешествие по водохранилищу. Речные просторы исследуем с опытными гидами. Павел – любитель водных путешествий, Александр – спелеолог. Мы заходим в створ Бирюсинского залива. То есть Бирюса – это не только холодильник, но это еще и водоем. Да, на самом деле была речка Бирюса, которая впадала в Енисей. Когда водохранилища делали, соответственно, затопило не только пойму самого Енисея, но и впадающих речушек. Соответственно, получился достаточно большой залив. Побережье Бирюсинского залива пронизывают пещеры, их десятки. Эта вода на протяжении тысячелетий проникает в земные трещины и проделывает замысловатые ходы. После создания ГЭС река скрыла разветвленные подземные лабиринты. Этот таинственный коридор остался на поверхности, но время от времени подтапливает и его. Пещера Мамонтова – это самая посещаемая пещера Бирюсинского залива Мамонтова, потому что здесь были обнаружены останки древних животных. Это вот как раз известковая порода, да? Совершенно верно, да. То есть, в принципе, эта пещера имеет классический образ образования, способ образования, как и все пещеры в мире практически, она известковая. Выбираемся наружу и вновь заводим двигатель. Залив скрывает еще много сюрпризов. По реке Бирюса, как писал наш великий сибиряк, красноярец Асафьев Виктор Петрович, он писал, что местные охотники и рыболовы старались не селиться, потому что места считались колдовскими, шаманскими, что здесь водились водяные, лешие. Но, тем не менее, вот наши современники как-то так не считают. И это самое, ну, одно из самых популярных мест на Красноярском море. Чистейшая вода, чистейший воздух, очень чистый лес, лес не захламлен, вот, мало стоянок туристских, охотничьих. Поэтому, конечно, вот если люди едут на рыбалку, собираются на охоту, у них есть возможность вот попасть, ну, что называется, нетронутую природу посмотреть. Вокруг поросшие таежными зарослями живописные скалы. В одной из них причаливаем, чтобы рассмотреть царские ворота. Когда-то это была большая, огромная древняя пещера. Значит, какой-то грот в ней был, видимо, большой. И опять же, потом какое-то время обвалился грот. Вот если посмотреть в ту сторону, там видно, что такая пустота, много камней внизу. Есть вероятность, что это был большой грот, большой свод. Вот там вот дальше уходит как будто продолжение хода пещерного. Созданные природой ворота местные жители называют триумфальной аркой Бирюсинского залива. А на противоположном берегу еще одна притягивающая внимание скала. Чтобы рассмотреть вершину, пробираемся по тропе на открытое место.
Это скала Казареевский зуб, самая высокая точка Бирюсинского залива вот в этом микрорайоне. То есть у нее высота чуть больше 400 метров. Это буквально последние, наверное, лет 5-7 сюда очень массово стали возить на яхтах. Когда вот яхтенный спорт начал активно развиваться, начали активно сюда привозить. Появилось много фотографий в интернете, а до этого это, да, действительно была такая закрытая Сибирь, мало кому известная. После Енисея наше путешествие продолжится по одному из его притоков. Но сначала я расскажу, как лучше всего добраться до региона. Самый скорый поезд в Красноярск из столицы идет 2 суток и 10 часов. Стоимость билета больше 7 тысяч рублей. А если ехать по железной дороге из Иркутска, в пути придется провести 18 часов. Билет обойдется в 2,5 тысячи рублей. Аэропорты, принимающие большие пассажирские лайнеры, есть в Красноярске, Норильске и Игарке. Перелет из Москвы в краевой центр займет 5,5 часов, а из Южно-Сахалинска ровно 5. Воздушным транспортом пользуются и для путешествий в пределах края. Только так можно попасть в такие отдаленные поселки, как Диксон или Дудинка. А на автобусе практичнее всего доехать до таких городов, как Ачинск, Канск, Енисейск или Минусинск. Сейчас мы тоже заедем в один из них. Перенесемся на берега реки Кан. Это не Канны, это Канск, один из старейших городов Сибири, основан как острог. Но Канская пальмовая аллея, почти как на Лазурном побережье, здесь есть. Именно так называется это место. Есть и свой водоем, и это не теплое море, а река Кан, в честь которой назвали город. 17 века у этой водной артерии несли службу русские казаки. Мы сейчас находимся в центре города. До революции эта часть площади называлась Базарной, и здесь реально был базар. Тут стояли торговые палатки, торговые здания. А площадь перед храмом с той стороны дороги называлась Соборной. Там, где сейчас проносятся машины, двигались обозы с товарами. В середине 18 века через эти места проложили Сибирский тракт. В городе появилась почтовая станция. Со временем Канск превратился в купеческий центр. Торговали и металлическими изделиями, торговали тканями, то есть и добыча, и лесная промышленность, то есть лес, который добывали, и пушнина, и зерно. Ну, то есть спектр был достаточно большой. В 1909 году в этом здании открывается кинотеатр «Иллюзион Фурор». В 20-м году его переименовали в Кайтым, и Кайтымом он оставался до конца 80-х годов, до начала 90-х. И в наши дни попасть в здание можно по билету. Правда, кино уже не показывают. Теперь внутри краеведческий музей. Здесь воссоздана именно такой переселенческая крестьянская изба со всеми атрибутами, со всеми, ну, то есть помещениями, например, красный угол, бабий кут. Здесь нет ни одного новодела. Это экспонаты, которые собирались работниками музея в качестве во время экспедиции по Канскому району. Здесь все родные, у меня здесь могилы, поэтому ехать отсюда я никуда не хочу. Родной город, и я его очень люблю, тут секретов нет. Спокойной ночи, старый Канск, скажу, когда настанет ночь. Ну а когда над Каном вновь рассвет проснется. На центральной площади встретили Игоря, музыканта-любителя, который написал песню о малой родине. Река Кан, она основная, она у нас здесь течет. Она не особо крупная, но гордая. Верха у нее очень сложные. Забраться туда на каком-то транспортном средстве тяжеловато. Именно вот эта непроходимость и манит. Изгибы таежной реки заманили и нас. Перемещаемся в окрестности села Комарова. Здесь начинается водное путешествие. В
путь отправились любителями водного экстрима из города Атомщиков Зеленогорска. 500 миллионов лет назад на всей этой территории было древнее море. И потом восточный Саян с моря стал подниматься, и образовались вот эти места, скалы, реки. Туристический клуб, где занимаются наши герои, вырос из созданной еще в советские годы школьной секции. Леонид проводил занятия с подростками, Сергей – один из его воспитанников. Спустя десятилетия они все так же в одной команде проходят пороги и водовороты. Позади нас осталась лесостепь, так называемая, да, географическое название. И река Кан заходит в Енисейский кряж. Река заходит именно в горно-таежный рельеф. Тихий, спокойный Кан вдруг начинает бурлить. Мы подъезжаем к первым таким порогам, да? Ну, вот предпорожица. Она, да, первая категория сложности сейчас этот порог. Ага, то есть это еще такая разминка? Да, просто отдельные камни лежат, и уклон воды здесь меньше, и шире река. Потом она сужается, уклон увеличивается, и подводные камни, естественно, делают препятствия на реке более сложным и более интересным. И вот приближаемся к первым серьезным порогам на нашем пути. Это пороги казачьи. Вот так вот, красота. Все хорошо. То есть их на скорости надо проходить? Не обязательно. Смотря как хочешь, что ты хочешь от порога. Или удовольствие получить спортивное, или пройти сухим. Ну, качка прямо на море, как будто мы где-то посреди океана. Река успокаивается так же быстро, как начала бурлить. Финальный отрезок проходим по спокойной воде. Есть время перевести дыхание и оценить красоту этого уголка Сибири. Обратите внимание, холм. В 80-х годах прошлого столетия здесь велись раскопки. Нашли стоянку древнего человека. Чуть дальше холмов впадает речка Казачка. Здесь стояли археологи все лето. Изучив изгибы живописной реки, вернемся на твердую, как гранит, землю. Впереди прогулка к знаменитым столбам. Как говорят в Красноярске, не видел столбов, значит, не был в этом сибирском регионе. Исследовать заповедные тропы мы будем в компании столбиста. Кого в Красноярске так называют и что такое вообще столбизм, узнаем во время прогулки. Сиенит – магматическая горная порода, близкая к граниту. Именно из этого камня состоит один из символов Енисейского края – знаменитые красноярские столбы. Первопроходцы столбов, первопроходцы этих мест, они не интересовались скалами, они шли добывать золото. И видели просто рядом какие-то высокие огромные камни и назвали их столпы, столбы. И так и закрепилось это название. Во всем мире есть альпинизм, и только здесь есть такое движение, называется столбизм. Столбизм? Столбизм – это философия, это отношение, особое отношение к этому месту, любовь. Еще в царские времена появились группы любителей активного отдыха, которые уходили в труднодоступные места на несколько дней и лазили по скалам. Со временем заговорили об особой субкультуре. Столбисты придумывали своим компаниям названия, вели дневники и установили правила поведения. Это основной камень на столбах, скорее. Он маленький, но более важный, возможно, чем все остальные. И это первый камень на нашем пути. Да, с ним нужно поздороваться, вот так погладить. Когда будем уходить, с ним нужно сказать ему «до свидания». Нужно как бы знать, как рельеф устроен, чтобы по нему спокойно, без суеты подниматься. Вот если знать, как ходить. Мы находимся в районе лучше всего изученных туристами центральных столбов. Наш маршрут напоминает подкову. Если мы круг проходим полностью, это называется загнуть подкову. У альпинистов подкова заключается в том, что не только пройти ее, а еще и залезть на каждую вершину. А туристам достаточно просто пройти и залезть хотя бы на какие-то выступы, плечо деда, перья, пройти по ключевым местам.
первый столб, который уже с собственным именем, собственным названием, это скала Бабка. Чуть в стороне затаилось целое семейство. Внук, внучка, а прямо по курсу дед. Подбородок очень хорошо видно. Нос видно, глаза, лоб. Выточен кем-то или создана природа, каждый пусть для себя свою версию принимает. Здесь ступеньки такие вот под ноги. Раз, два, три и вперед. Это плечо деда. То место, куда, если идем на столбы и идем, загибаем подкову к туристу, обязательно нужно подняться на это место и постоять здесь, насладиться долиной, видом, увидеть горизонт вдалеке. Это место примечательно, что, говорят, камень, который сейчас появится над нами, он упадет на самого грешного человека. И нужно подойти под наковальню и проверить, упадет он на нас или нет. Надо же, камень остался на месте. Это место, куда можно прийти почистить свою внутреннюю библиотеку, успокоить свое тело и разум, посидеть, подумать. Очень много вещей становится в правильное русло. Возвращаясь в город, уже видишь, что у тебя и проблемы, которые ты до посещения этого, и уже и не проблемы. И понятно, какие-то решения пришли в голову, как правильно поступать. Поэтому это место такое очищение, что ли, ума, тела. На горной тропе время летит незаметно. Пробираемся к одной из самых красивых скал. Вытянутые камни прозвали перья. Потому что как будто перышки навтыкали вот в ровную поверхность. Четыре разных пера стоят рядышком друг с другом, практически не касаясь друг друга, не опираясь. То есть основание у них, у каждого свой фундамент. Следом скала номер 4. Мы почти загнули подкову. Большинство людей сюда ходят как раз-таки в темпе, называется непотеющие бабушки. Приходят, просто сидят, просто отдыхают, просто любуются. Еще раз, столбизм – это любование, лазание, общение. В самом финале выходим на площадку, с которой открывается вид на скалу с посланием из прошлого. Надпись «Свобода» оставили на исходе 19 века. Притаившихся среди таежных зарослей каменных великанов завершается наша прогулка. Синитовые скалы устремлены вверх, и только возвышенные чувства возникают, когда попадаешь в этот уголок Сибири. И это все бескрайний Красноярский край. Мы увидели лишь небольшую часть, но будет повод вернуться. Уверен, южные горы и северные моря еще окажутся на нашем пути. Самолет из Красноярска в Норильск летит 2,5 часа, и это не самые удаленные друг от друга точки на территории края. Регион огромный, чтобы показать все интересные места, одного выпуска мало. Впечатляющие своей грандиозностью плато Путорана или жемчужина Сибири природный парк Ергаки. Уверен, придет время, и они окажутся на нашем пути. Так что не теряйтесь, путешествуйте вместе с нами, путешествуйте по России.